Еще один видеоответ, как находятся недорогие швейцарские дома. Вот примерно так они и находятся. Идешь, гуляешь, наблюдаешь какие-то объявления, вот как в данном случае. И можешь дома обойти, посмотреть, позвонить в квартиру. Вот, пожалуйста, вся информация есть. Есть и почта, и телефон, и, пожалуйста, никаких сложностей нет, чтобы найти. Ну, для этого нужно желание и какое-то место, которое, да, вы облюбовали для себя, для проживания в Швейцарии. По мне, так вот очень красиво здесь. Посмотрите, какая красота. Даже несмотря на то, что дождик, все равно настроение хорошее. Я сегодня нагулялась просто вообще и планирую, когда дождика не будет, снова сюда приехать. Прекрасная швейцарская деревенька, жди меня, буду.